Сегодня у нас 23 июля. Мы находимся на пруду, на отрожке, где по-прежнему, во славу Божию, кипит вот такая работа. Да, братья Сергий и Володя, Сергий Пупков и Володя Пащенко в поте лица добывают со дна камыш. А для чего? Для того, чтобы очистить вот этот отрожек. Вот он. Вот он. Вот они прошли вот отсюда за полтора часа примерно. Сейчас мы пообедали. Сейчас полтретьего. И вот такое расстояние. За примерно полтора часа они прошли, доставая со дна камыш. Вот второй день. У нас идет работа. Второй день. Сегодня мы, наверное, закончим. Целый день вчера был. И вот сегодня мы где-то 10:30, наверное, было по времени, мы выехали сюда и начали работу. Технология уже понятна. И работа пошла побыстрее. Вот сейчас мы видим работающих в поте лица. Как-то, по-моему, Сергей сравнил грузить камыш как навоз по тяжести. Ну да, это нелегкая работа. Ну вот ее нужно сделать. А для чего? А для того, чтобы можно было здесь пройти с бреднем и половить рыбу. Здесь гальян и карась. Гальян и карась. И вот кусты. Вон там у нас такой островочек незатопленный. Там кусты. Вот до сих пор нужно пройти. Ну, примерно половина осталась. Половина пути. Так. Сейчас подойдем поближе. Так, братья, вы хотите слово сказать какое-нибудь? Аллилуйя! А, хорошо. Они живы, здоровы? Да, слава Богу, полны силы и энергии. Да, сейчас только пообедали. Я уже сказал. Ставьте лайки, да? Финишная прямая видна, наконец-то. Ну вот, работа большая. Вот здесь вот сейчас покажу, сколько мы тут наворотили. Вот такие вот кучки. 8 штук. Ну, примерно, получается, где-то 1,5–2 тонны уже вытащили на берег. Вот эти кучи. 8 штук. Ну, вот здесь положили сегодня в эти же кучи обратно. То есть еще дополнили. С того берега, потому что на том берегу, поскольку это резиновая лодка, а там могут быть деревья, корешки торчать, и можно лодку порвать. Поэтому решили сюда, на этот берег, выкидывать вот этот камыш со дна, чтобы не повредить лодку. Вот такая вот технология. Технология не автоматизированная, но доработанная до совершенства ручным способом. Я говорю, что техники нет. И вот эта работа, говорю, доведена до совершенства, ручная.
опытным путем. Вилы, вешки и грабли. Весь инструмент. Лодка еще. Лодка, я сказал, да, лодка. Вешки. Да, тоже сказал. Технология очень простая, но действенная. За счет мышц братьев. Которые укрепляет Господь. Да. Это самое важное. Заповедь, да. В поте лица добывай хлеб свой насущный. Вешки устанавливаются для того, чтобы знать, где вычищено, а где нет. Вот это цель такая основная. Сейчас. Грабли тоже сделали, вручную придумали, нашли материал и сварил Сергей Павлович Ков грабли, две штуки. Здесь очень мелко вот сейчас, а потом вот там дальше, там будет глубже и придется где-то, ну, выше груди, вот глубина. Там будет посложнее. Там. Вода еще теплая, поэтому, тем более мы сегодня пришли попозже, чтобы вода как-то прогрелась. А вчера целый день работая, после уже в 5 часов закончили, в 6, после ужина сразу истопили баню, Володя истопил баню и пошли в баню париться и греться. Сегодня, возможно, так же будет. Слава Христу!